Всем привет! В этом видео я бы хотел рассказать о некоторых особенностях создания канала с нужным мне уникальным названием. Информацию в интернете я не смог найти, поскольку она немножко устарела. За прошедший год Google в YouTube вносил некоторые изменения, обновлял дизайн. Тут несколько поменялось все. И как же все-таки это сделать? Как создать канал на YouTube с уникальным названием? Также я бы добавил здесь в этом видео некоторые особенности для начального канала. Вот у меня есть аккаунт в Гугле, и под него я создал канал на YouTube, но название он никак не хочет менять. Давайте попробуем сделать это. Настройки. Изменить Google Plus. Нас бросает на страничку. И как бы я здесь не пытался что-то изменить, добавить псевдоним, ничего не получается. Что же делать? Как создать тот канал, который мы хотим, с тем названием? Для этого, перейдя на страничку Google+, нужно добавить страницу плюс. Добавляем. Отлично. Показывается такая страница. Их можно добавить до 50 штук. Создать. Выбираем категорию. Что у нас тут это будет? Кино. Пусть будет кино. Хорошо. Далее. Будет еще одно кино. Кино 22. Веб-сайт, если есть. Ставим галочку. Продолжить. Что мы при этом сделали? Под наш основной аккаунт мы создали страницу с уникальным нужным нам названием. Кстати, про название я немножко дальше расскажу еще, как все-таки сделать более интересным. Страница создана, но она создана в Google+. Как же создать под него канал YouTube? Переходим на страничку. Поскольку сервис на YouTube немножко тупит, тормозит, то сразу извиняюсь. Итак, отлично. Немножко нужно подождать. В принципе, давайте попробуем так. Хорошо, страница создана. Как создать канал на YouTube? Для этого нужна определенная ссылочка, которая будет в описании. Называется она YouTube Channel Switcher. YouTube Channel Switcher. Вот наша страница. Под нее создается канал. Окей, окей. Два клика. Интересно. Кино 2.2. Название канала. Развлечение. Готово. Ура, ура. У нас создался канал на YouTube с уникальным, нужным нам названием. О тех особенностях, которые я хотел рассказать. Ну, во-первых, канал создается с ссылкой такой вот, что попало, как попало. Вот он. Это не очень круто. Как сделать, чтобы канал именно был с вашим именем? Как легко, чтобы по нему можно было переходить? Переходим в настройки YouTube. Включаем дополнительно. И здесь вот показывается нашу ссылку. А мы хотим создать уникальную. Пишем кино 2.2. Сейчас он немножко подумает. Ага, такое название есть. И вот здесь подберите то название, там, мое, май кино,
TV, не знаю, что угодно. TV, кино, май. Один. А. Отлично. И мы получили удобно запоминаемую ссылочку. User My Kino TV1. То есть лучше отталкиваться от вот такого вот названия именно, чтобы оно не было никем занято. TV и тому подобное, но я думаю, вы с этим справитесь, сами придумаете. Как добавить трейлер на наш канал? Есть тут такой вот карандашик замечательный в этой области. Нажимаем на него. Изменить настройки обзора. Открывается такая фича. Ну-ка, ну-ка. Поскольку YouTube загружен, все немножко тормозит. Наш канал только создался. Еще раз попробуем. Никак не хочет. Ага, включено. Вот эта кнопочка должна быть включена. Сохраняем. Отлично. Так. Ну-ка, ну-ка. Не нужно мне здесь рассказ. А, канал YouTube пока подтягивается. Но я напишу на примере другого, которого я создал ранее. Поскольку там будет обновление, здесь только что проигралось видео автоматически то, что я вот как бы добавил. Это мой канал. Здесь можно будет добавлять различные разделы. Вы в них разберетесь. Изменить заставочку. Кстати, по заставочке тоже есть такое новшество, что как бы Google на YouTube пытается унифицировать оформление, да, вашего канала под различные устройства, то есть под различные мониторы с разным расширением. И вот такое вот только видео, точнее формат изображения принимается размером не более 2 мегабайт. Можно, в принципе, не париться, выбрать что-нибудь с представленного там выбора, галереи. Отлично. Добавим. Сменяем настроечки. Включаем эту кнопочку. Нажимаем сохранить. Здесь покажется трейлер канала, который мы можем потом будем через менеджер видео что-то добавлять, что-то изменять. Можно добавлять разделы. Последнее добавление. Окей. Если вы создадите плейлист, то можно будет там добавлять плейлисты. Поскольку плейлистом не задано, но не даст вам сохранить. То есть вот так вот. Все легко. Создаем страничку на Google Plus под ваш аккаунт. И под эту страничку создаем тот канал с тем названием, который нам нужен. Всем спасибо. До свидания.